В Одессе задержали 21-летнего парня, который организовал собственный наркобизнес. Сам он из Раздельнянского района, но свою деятельность вел в арендованной квартире на улице Каманина. Запрещенные вещества он получал по почте, дальше их фасовал и продавал методом закладок. Во время обыска его жилья были найдены пакеты с амфетамином, ПВП, солью и каннабисом. То, что содержимое пакетов было именно наркотиками, подтвердил экспресс-тест. Все оборудование, а также телефоны, банковские карты и записи изъяли правоохранители. Слідчі кваліфікували його дії за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Нині він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне йому загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.